Всем привет! Вы на канале Zeus News. Прочитав фамилию Нилов, многие сразу же вспоминают Алексея Нилова, одного из центральных актеров сериала «Улица разбитых фонарей». Однако мало кто знает, что у него имеется и дочь, которая также не обделена талантом – Елизавета Нилова. Несмотря на то, что она довольно молода, ей исполнилось 34 года, в ее багаже уже несколько десятков работ в сфере кинематографии. Значимыми работами в ее биографии можно назвать «Последнее путешествие Синдбада», «Правосудие волков» и 1814. Общее количество проектов, в которых удалось принять участие, порядка 47. Во время обучения в школе девушка приняла окончательное и бесповоротное решение о том, что она станет актрисой. Таким образом, отцовская династия была продолжена. Стоит отметить, что свое положение Елизавета зарабатывала своим трудолюбием и талантом, нисколько не пользуясь популярностью отца. С журналистами девушка предпочитает не общаться, поскольку те постоянно лезут в ее личную жизнь. Поэтому о некоторых подробностях ее романа рассказал им Алексей Нилов. По его словам, дочь замужем около 9 лет. Имя мужа он не стал раскрывать по личным причинам. На вопрос о внуках Алексей твердо ответил, что их пока нет. Это происходит из-за большой занятости Елизаветы. Она буквально разрывается между Москвой, где протекает основной съемочный процесс, и Петербургом, где проживает ее избранник. Поклонники и наблюдатели отмечают, что актриса во многом схожа со своим отцом, переняв у него основные черты характера и манеру актерской игры. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!